Так, имеется Hyundai Creta. На нее нужно поставить вот прицепное. Заказывал с Емикса. Вот что написано. Фаркоп Лидер Плюс Hyundai Creta 2016 года. По номеру, которому он пробивается. Сейчас будем распечатывать. Распаковываем. Так, сам шар съемный. Краска уже облезла. Площадка. Вторая. Пакет комплектующих для фаркопа. Шайбы гравера для розетки. Это я так понимаю. Для прицепления фаркопа. Так, и инструкция. Паспорт изделия. Вот так он собирается. Значит, дальше по схеме винты, болты, все немножко разные. Значит, вот это определили левая штука, это правая. Я, значит, взял прямо на месте, раскидал все болты, как по схеме. Они все подмечены. Вот, значит, здесь у нас идет сверху гравирок и шайба. Здесь у нас идет уже соединение с этим. И то есть будет вот так. Толстые болты. Тут болты потоньше одинаковые, два сверху идут. Это у нас пластина. Вот так. То есть мы ее сейчас там в отверстие поставим. И вот так прикрутим. И потом уже эту палку наживем сюда. Так, вот этот у нас болт. Вот здесь. Так закручивается. Тут будет вот здесь. Вот так будет проще. Теперь можно заползать вниз под машину. Да, здесь тоже у меня собрано. Под машину. И пробовать искать эти места, куда все установить. Значит, поползли вниз. Вот это висит глушитель. Вот есть дырочка, но это не она. Значит, вот эту резиночку. Резиночку надо сковырнуть. И туда вставить пластинку. Два отверстия под болты. Получается вот здесь. Одно. Смогу показать. Одно. Второе. Так, отверточкой подцепил. Ну, вот заглушка снялась. Туда устанавливаем эту пластину. Гайка вверх по схеме. Вот так нужно пристегнуть этот кронштейн. Сначала вот эти два болта наживляю. Ничего не закрутил еще. Значит, а потом уже вот этот нижний, который идет в пластинку. Потом у меня еще вся конструкция шевелится. На правой стороне все то же самое. Тоже та же заглушка.
И с той стороны два винта. Берем балку. Винт, который без шайбы приготовленный у нас. Вернее, без гайки, которая приготовлена у нас. С грайером и шайбой. Второй у нас уже идет сквозной. Сквозной. Шайба. И гайка. Все, наживили. Все, балка установлена на свое место. Теперь осталось подключить только электронику. Сегодня будем ставить розетку. На паркоп. Открываем багажник. Убираем вот эту нишу. Раз, два, три. Три самореза. Вот таких со шляпы большой. Раз. Два. Три. Значит, еще и правую снимаем. Вот это клипса. Вот. Я ее накатком выковырил. И здесь такая же. Пробую тоже накатком ее выковырить оттуда. Тут уже придется отверточка. Еще клеточку маленькую взял. Чуть-чуть поддел. Клипсы. Это больше даже направляющие. А вот держит. Вот держит вот раз. Да нет, клипсы тоже держит. Это клипсы. И вот две. Просто кверху. Хлоп. После того, как вот эти. Так, и здесь у нас появляется окошечко. Смотрим. Паска мешает, чтобы подальше отогнуть крыло. Не крыло, а пластик от крыла. Паску. Пока уберем. Хоть посмотреть на нее. Какая она смешная, плекатка. Так, начинаем вот с этого. Чтобы тут в резинку протолкнуть. Так, а дальше. Дальше обматываю уже, чтобы они были вместе и не тряслись.
Я их сейчас схожу, заложу паяльником. Так, контакт будет лучше. Их не перекусит. Можно наконечники попробовать. Но я какие-то брал вот тонюсенькие наконечники. Ставил. Их зажимал. Хуже, чем провода. Сразу перекусывало. Так что я заложил его. Эту резинку продернул. Взял от гофры. Эту проволочку внутреннюю. Забыл, как она называется. Обмотал скотчем провод. Сделал тут сбоку дырочку. Этой же проволочкой. Проволочку вставляем вот так, как проводку. Вот так ставили, загнули, обмотали, протыкаем изнутри, вставляем и вытягиваем. И получается, у нас проводка сюда выходит. Так, это у меня луженый конец, который... Он теперь уходит у нас вниз. Вот. Он уходит сюда к розетке. Вот он появился. Он у нас здесь остается. Наверх его еще, наверх еще одену гофру, убрал нижнюю подушку, открутил вот один болт, спину тоже болты открутил, но они здесь, вот в таком положении, лучше всего отгибается вот эта боковина отгибается лучше, если убрать этот диван. Значит, вот разъем поворотника, черный, синий, черно-зеленый, еще один черный и зеленый. Значит, левый поворот, это зеленый. Так, стоп-сигнал синий. Габарит левый, черный, это зелено-черный. Зелено-черный. Значит, здесь мне надо сделать зеленый, черный, зеленый и синий. Значит, проводки метровой не хватает из набора. Вот она только в натяг натягивается. Поэтому буду удлинять. Вот у меня из предыдущего использовал только розетку на десятку. Беру отсюда проводок. Зеленый. Буду присоединять к зеленому. Так. Далеко от розетки я не пойду. Туда вглубь проводов. Прямо сюда к разъемчику. Чуть-чуть изоляцию. Поднарушим. Вот сюда. Так, зеленый. Это наш зеленый провод. Можно оставлять на скрутке. Но лучше я это буду все пропаивать. То есть сейчас еще этот проводок пропаяю. Так, пофлюсить. Прямо сюда приплючик. Все отлично пропаяли. Дальше берем изоленту.
находимся. Изоленты. Изолируем. Так, один провод готов. Так, смотрим дальше. Так, зеленый. Это левый поворот. Так, сразу еще соединим его. Вот здесь не забудем. Сейчас для наглядности покажу, как прозванивал проводку. То есть брал мультиметр 20 вольт. Так, включаем зажигание, и нам нужно найти левый поворот, задний противотуманный, пропускаем массу на корпус, правый поворот, это справа буду показывать. Освещение номера на МЗСА прицепах совмещено с габаритами. Освещение номера и габарит. Это на официальном сайте МЗСА, то есть мне освещение номера, никакой отдельный провод искать не нужно. Он замкнут в розетке от прицепа 5 и 7. С левой стороны у меня получают раз левый, стоп-сигнал и габарит 3 провода. Так, зеленый. Так, левый поворот включи. Зажигание включи. Не заводи. Так, левый поворот. Зеленый. Так, все, выключи. Так. Нажми тормоз. Так, стопы загорели. Синий. Угу. Все, убирай. Так, теперь нужно включить габариты. Габариты. Это свет включи. Все, габариты горят. Так, и с правой стороны. С правой стороны. С правой стороны массу. Такая масса. Так. И у нас с правой стороны синий. Это правый поворот. Ну-ка, включай зажигание и правый поворот. Заводится? Не заводится, а зажигание включи. Выключи. Выключи. Угу, синий. Так, какой еще там? Оранжевый. Ну-ка, это габариты включи. Угу, все? Угу. Так, массу. С правой стороны. Болтик от старой вазовской проводки отщипнул. Усаживаю. Готово. Так, тоже кусок гофры отрезал. Замотал изолентой кончик, проволочку вставил и продернул. Все. Не забывайте отключить аккумулятор. Значит, эти концы уже все подключены. Можно коротнуть. Так, дальше. Блин, рано. Так, дальше. Проводочки продолжим на ругушку. Так вот, пока вставляем. Так, дальше начинаем
по порядку. По порядку по-нашему соединять проводку. Один. Один. Зеленый. Проводочек заужен. Розетку на место. Соединяем розетку по так. Да. Так вот. Розетка на месте, провода соединены.